В синий угол октагона встречайте бойца из Новокузнецка, Роман Подругин. Ну что ж, уважаемые любители единоборств, главное событие сегодняшнего вечера – турнир RCC Intro 29 и Роман Подругин. Участник главного боя сегодняшнего вечера уже на ваших экранах. 13 побед, 2 поражения на счету этого опытного бойца, представляющий Новокузнец, город Новокузнец, конечно же, Кемеровская область, Кузбасс. Это один из тех краев, где большое количество чемпионов и по ММА, и по другим видам единоборств, и тайский бокс, и кикбоксинг. И складывается иногда ощущение, что люди там сделаны совершенно из другого камня или теста, как многие об этом говорят. Но давайте ближе к цифрам переберемся. Дебютировал достаточно давно уже Роман Подругин. С 2015 года он в деле. Имел замечательнейшую серию из практически... А там и любительские поединки у него были. Там шел без поражения. Участвовал в таких турнирах, как Беркут Янг Иглс, Алаш Прайд, казахский промоушен, где тоже очень большое количество скопления сильных ребят. Потом попал в ACA и на турнире ACA 110 потерпел свое первое поражение раздельным судейским решением. Было это в 2020 году, то есть уже 5 лет с того момента, как Роман открыл свою карьеру. Следующий поединок он вновь провел на ACA и вновь поражение, но теперь уже досрочное от Бекруза Зокирова. Вернулся он, точнее пришел в лигу RCC на турнире RCC игр. Интро 17 одержал победу над Валерием Паком, потом выдал еще 2 прекраснейшие победы судейскими решениями. В предыдущем своем поединке одолел Никиту Бархатова. Красный угол, встречайте соперника из Екатеринбурга, Константин Симонов! Закопали на забытых просторах морали в тиши. Рассяк в окружении лжи, угнетенные и нежеланные. Ну что, дорогие друзья, а вот и второй участник главного боя вечера, Константин Симонов, представляющий бойцовский клуб «Архангел Михаил» и город Екатеринбург. 11 профессиональных боев у Константина, 8 побед, 3 поражения. Дебютировал в профи на турнире RCC в 2018 году на Интро 2. И вот сегодня выходит драться на Интро 29, между прочим. Проиграл дебютный бой удушающим приемом Ивану Суповскому. Потом одержал 4 победы подряд против Ивана Лапонова, Владимира Цоя, Евгения Щербакова и Андрея Одинцова, но позже проиграл Зандану Цеденову решением. С этого момента начался такой достаточно сложный отрезок в карьере Константина Симонова, потому что после поражения от Зандана Цеденова остались у Константина травмы, которые он залечивал очень долго. Не выступал 1,5 года до февраля 22 года, одержал победу над Александром Даниловым, но потом проиграл Акбару Абдуллаеву, который на тот момент только начинал еще звездить. Это сейчас он уже бонусы вечера в UFC получает. А тогда никому неизвестный боец из Кыргызстана приехал к Константину Симонову, одержал победу досрочно. Ну а сейчас у Кости серия из 3 побед. Дамы и господа, представляю вам участников главного боя турнира RCC Intro. В синем углу боец из Новокузнецка, ему 26 лет, рост 175 сантиметров, вес 66 килограммов, 200 граммов, профрекорд 14 боев, 12 побед, 2 поражения, представляет бойцовские клубы «Рать» и «Панкратион» Роман Подругин! Его соперник в красном углу из города Екатеринбург. Ему 25 лет, рост 175 сантиметров, вес 66 килограммов, 300 граммов. Профессиональный рекорд 11 боев, 8 побед, 3 поражения. Представляет бойцовский клуб «Архангел Михаил» Константин Симонов! Рефери главного боя Вячеслав Киселев.
Красный угол, синий угол, на середину. Итак, господа, это главный бой вечера. Правила помним, не нарушаем. Работаем 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем мои команды. Уважаем друг друга, деремся честно и активно. Руки пожали. По местам. Ну что, друзья, все на ваших экранах. Чуть постарше Роман Подругин. Одинаковый, кстати, рост. Хотя, на самом деле, оба достаточно рослые для этого веса. Ну, поопытнее, конечно, Роман, да. Ну и главное событие сегодняшнего вечера. Два очень интересных бойца. Это первый раунд. Шикарный главный бой. Попытка лоу-киком здесь, тут Роман немножко друзья, угрожал. Лучше не моргайте. Да, это действительно так. У обоих так. Есть нокаутирующий динамит в перчатках. Оба могут ударить. Потихонечку Роман Подругин начинает так подтавливать своего соперника. Там попытался забросить еще и ногу в голову Подругин. Ну и на самом деле такой, все-таки вот еще есть контекст такой этого боя, противостояние уральских команд, Архангел Михаил и Рать. Да. Вот это такое вот внутреннее дерби. Да. Две ведущие мамашные команды Екатеринбурга. Как цепляет там Симонов левым. Ну, мастер спорта по боксу. Да. Чего Константина замечательная, да, ударка руками. Он... База шикарная и цепляет. И поэтому, да, здесь, скорее всего, Роману Подругину нельзя играть в игру Константина Симонова. 100%. Как и Константина Симонову не стоит заигрываться. Мне кажется, если Подругин пойдет бороться, то сложно будет Симонову. Хотя Константин из раза в раз показывал, что борьба-то, в общем-то, тоже есть. Роман Подругин потихонечку пытается поджать. Скорее всего, он будет пытаться здесь лишить немножко пространства своего соперника. А Симонов где-то готов контрить, мне кажется. Хорошо, Подругин цапнул там прямым и успел оттянуться от ответных ударов. И снова, да, оба работают на финтах. Постоянно. Иван Подругин брату, что нужно двигаться всегда, нельзя стоять перед Симоновым. И это, в общем-то, мы с этим согласны. Да. Попытка там пройти через руку. Да, попытка пойти в борьбу. Потихонечку подбирается здесь Подругин. Он старается сократить дистанцию. Хорошо. Пробивает ногой, да, пробил. Но подхватывает. Подругин не стал застаиваться, коротко отработал. А Симонов так, преследуя своего соперника, пошел буквально за ним. Но там хорошо сместился Подругин. Хорошая комбинация от Романа. Хитро. И на выходе еще там левым боковым, но, правда, в плечо там подцепил он. Начинает ногой подергивать он Константина. Симонов сам, в свою очередь, да, прям в область голени отвечает ударом ноги. Три удара. Но не дотягивается, тут оттянулся вовремя Подругин. Подругин понимает, что стоять нельзя. Выманивает, да, Симонов? Видно, по боксерски тянет чуть-чуть на себя, да. При этом Подругин так собран, сосредоточен. Так, уже и... Симонов пошел переводить. Опасный захват от Подругина. Забирает шею. Тяжело здесь будет, но есть возможность у Подругина. Освобождается Симонов. Да, Константин Симонов. Прижимает сейчас он пока. Но Романов старается развернуть соперника. Грузи его, подсказывают из угла у Романа. Почтальон такой там, да, от Константина, но на чеку был Роман. Подругин все это пока видит. Константин все-таки вот эта вот боксерская стойка, плечи постоянно перемещаются. Да, в стиле Флойда Мейвезера, передняя рука. Да. У Подругина более классическая, более собранная стойка, которая, возможно, его чуть-чуть ограничивает в плане возможного нанесения ударов, но зато он защищает. Ну да, зато он успевает. Да. Вот как в этом моменте, когда вовремя подставил руку, и хайкик пришелся прямо в перчатку. Прямо ребята показали пример, о чем я говорил. Константин, возможно, чуть более открыт, но есть ощущение, что он делает небольшую ставку на свои боксерские рефлексы. А вот попытка пройти в ноги здесь от Романа Подругина. И сразу Симонов начинает локти. Очень широко, там буквально практически чуть ли не в шпагате находился сейчас Симонов. Продолжает показывать баланс. Но сейчас на колено стаскивает его здесь Подругин. А там в своем углу буквально находится здесь Константин. Пытается подняться Симонов, ему это удается сразу же. Хорошо, голень поставь крепко в бедро поставь. Ногу в пол, руками. И пытается Симонов, смотри, удержать баланс. Да, за счет колена вставляет постоянно, да. Роман старается это пройти. Коротко работает Подругин левой рукой. Контролируя руки.
Костя ногу можешь поставить, развернуться, кисть. Очень много подсказок таких вот прям вот точных из обоих углов, потому что, ну, спортсмены тренируются у специалистов просто невероятного уровня. Тренерский штаб и, как ты уже правильно сказал, две сильнейшие такие команды в этом регионе. Да. Там с одной стороны Иван Подругин, с другой стороны Артур Караваев, да. Там есть кому подсказать. Вот Бэкфист. Шумилов тоже в углу. Бэкфист, попыточка, поднырнул под него Симонов. Так, 13 секунд. Сам попытка удара с разворотом. Концовка. Чуть-чуть попал. И колено в кружке от Подругина. И Рубилова в концовочке. Легкая. И хороший первый раунд. Забираем, покидаем. Сюда. Второй раунд. Готовы? Бой! Ну что ж, второй, второй раунд, отрезок. Да. Да, первый прошел в таком напряженном, но в то же очень интересном размене. За Костю болеют в зале. Двигайся, двигайся, подсказывают из угла, да, Роману Подругину. Застаиваться ему ни в коем случае нельзя. Вот так вот через финт заходит с этим прямым, показал ногу, но с финтом. Перехитрил немножко Константин. Оба, и смотри, аккуратнее сразу стали оба работать. Оба поняли в первом раунде, что могут хорошо попасть. В первом раунде, я думаю, просто еще было так очень много запала. Сейчас уже пошла такая рабочая разведка, такая, скажем так, боем прошла. И пошла рабочая ситуация. Начали перерабатывать друг друга с бойцы. Домашние заготовки сейчас пойдут в ход. Посмотрим, у кого они лучше. Да, чей геймплан сыграет правильнее. Пока есть ощущение, что Симонов свой бой навязывает. Вот эта вот техничная стойка. Возможно, да, он где-то побыстрее, хлестко забрасывает вот эти свои удары, не остается после атак. Опа, через руку, да. На рефлексах сработал там Симонов, свою голову пытался убрать. Это, смотри, сразу же небольшая гематома образовалась на брови, но рассечения нету на левой брови у Подругина. Для Романа это очень опасно. Очень хорошо защищался, чувствуется, Константин попал и уже стал включаться. Приходится руки стряхивать. Симонову, видимо, действительно зарядился. Зарядился, да, он сфокусировался. Руки залились. Попытка подхватить ногу. И выпрыгнул Симонов из этого захвата. Там буквально не пошел, да, туда, вдогонку за ним Подругин. Ну там куда-то вот верхнюю часть головы прилетела. Роман старается попасть вот таким одиночным хайкиком в голову, но это очень хорошо видит Симонов. Угу. Он сам не очень часто бьет ногами, но от ног защищается. Константина, вот недавно совсем был бой по кикбоксингу с Евгением Игнатьевым. Я думаю, подготовка вся на месте. Кстати. Ох, тут навстречу как бы голени в голень там. Всяко столкнулись ребята. Джебан там дотянулся Подругин и сам успел оттянуться, потому что два удара от Константина сразу попали в плечо. И пока все очень напряженно, да, очень так конкурентно, близко и напряженно. Вновь через финт попытался зайти туда Симонов, но уже Подругин был на чеку. Ух, корпус приготовил Симонов, но при мне этом кажется, Подругин, да, еще там пробивал мидлом, да, очень хлестко. Оба попали. Давай,
Ведут по времени там Константина, да, подсказывают, что 2 минуты 10 секунд осталось еще. Как же четко, как в матрицу уходит Симонов. Видите, и перевод на штаб. Тут практически действительно на шпагате уже Симонов бьет локтями. Пытается, да, там зайти за спину своего соперника. Так, здесь Роман будет пытаться выйти. Да, зачем ему эта работа? Гематома, кстати, все увеличивается у подруги на там над левым глазом. Пропущенный удар, конечно же, правым, да, через руку. Все, напрягай его постоянно. Джеб, он там простреливает неплохо очень Роман Подругин. Константин работает очень серийно. Очень серийно и очень быстро, да. Обменялись лоу-киками. Попытка также от Романа, но на чеку здесь Симонов. Опасный левый боковой. Такой с шагом, да? Классический, да, боксер. Джебом хорошо цапает сразу же сейчас Подругин. Но все равно есть ощущение, что Симонов стойки попал. Апперкот он залетел. Да, попал Подругин. Да. Тут же но ему дает возможность. Оп, и ушел Симонов. Симонов взял небольшую паузу для того, чтобы немножко подприйти в себя. Ну там пропустил очень сильно. Очень, да, очень плотно под руку попал, да, Подругин. И вновь просят апперкота там от Подругина. Крадет немножко концовку этим ударом Подругин. Смотри, сразу прессингует. Так, уже даже равновесие потерял Симонов. Одиночного удара мало, наверное, для Подругина, чтобы попасть в такого искушенного бойца в стойке, как Константин Симонов. Надо прятать. Да. Нужны серии. Он старается засадить туда апперкотом, но уже опасается этого удара. Но видно, ты с конца не пришел в себя, да, здесь тяжело, Симонов. Тяжело Симонову. Потому что, да, смотри, пропусти. Такие легкие быстрые удары он вновь попускает. Еще раз а тут и справа. Попадает Подругин. Да. Нужно пытаться здесь. Секунд. Пойдет и дорабатывать концовочку здесь Роман. Пытается контрить Симонов. Оба попали, но мне казалось, что Подругин, да, концовочку забрал. Не сморкайся. Костян, вот это свой. Правый хайкик надо попробовать, понял? Центр, держи. Вот это вопрос. Центр, держишь, нормально все. Центр, держишь, нормально все. Все, не капа. Оботрите спортсмена. Покидаем клетку. Невероятной драматичности поединок мы с вами смотрим. На повторе было видно, насколько тяжелым получился апперкот Романа Подругина. Очень плотно, очень тяжело и вообще удивительно, как выдержал его Симонов. Но казалось бы, вот мы с коллегой обсуждали тут в перерыве, что все остальные эпизоды под контролем Симонов держал. Очень часто, вот как по мне, так тяжело сказать, куда дали судьи второй раунд. Да. Потому что вроде как концовку вот этим ударом, возможно, переломил, да, Константин Симонов. Удар с разворота от Константина Симонова. Опасный. О. У нас Андрей Корешков таким ударом ребра, да, ломал в Беллаторе. И пошел побороться. Так, и не удается Симонову уйти от этого. Да, для так. Романа Подругина. А что там у нас у Константина с победами приемами? Одна победа, одно поражение приемами. Да. Первый раз в этом поединке так вот позволяет Симонову перевести себя. Ну, тут просто уже скорее не успел. Я думаю, что это третий такая раунд, часть, да, геймплана. Да, подустал уже Константин. Чуть-чуть зазевался, буквально какие-то вот микросекунды. И все, перевод успешный от Романа Подругина. У Романа Подругина в активе есть 4 победы приемами. Ни одного поражения приемами. Он не проигрывал, да. То есть такой как бы боец, который умеет побороться, умеет разыгрывать эту ситуацию. Атакующую, как мы уже не раз сегодня говорили. Так, Симонов снизу.
Константину надо что-то делать, старается работать локтями, оттуда бить. При этом все видит Роман Подругин, сам очень плотно включает левый локоть. Еще один раз. Левое колено просунь, подсказывают это, скорее всего, Константину для того, чтобы просунуть колено под соперника, создать небольшой люфт, попытаться оттолкнуть, что он и делает, кстати. Пытается вот так вот за счет левой ноги оттеснить соперника от себя. Почти удалось Константину тут вытолкнуть Подругина. Но сверху опять начинает пробивать Роман. Апкик подсказывает. Да, а здесь что, сдержать Подругина? Здесь цепляется Симонов, не дает ему рефери зацепиться ногами за сетку. Сетку не использует. Только полкаться от можно, и все. В таком боковом контроле находится сейчас Подругин. Попытается ли запрыгнуть он в маунт, вот в чем вопрос. Ну там Константин вроде пытается креветку исполнить. Зажал сейчас ногу соперника, не дарт маунт. Такой находится сейчас, да, защищается этим хабдардом, наверное, больше здесь Константин Симонов. Тяжело Подругин Симонову. Продолжает атаковать сверху. Да. При вот этом, это стезя Романа Подругина. При этом активность достаточно серьезная. Он постоянно наносит удары, не дает паузу, пытается выйти на прием. Коротко, но левым опасно начинает разбивать Подругин. Вставай, подсказывают. Две минуты до конца поединка. Константин Симонов зажат тут в партере. Сетку пальцами не хватаем. Ну, а рефери пресекает, да. Локоть в корпус от Подругина. Все еще там в кавгарде находится, да, Подругин. И вновь подключает левую руку. Симонову нужно уходить из этого положения, во что бы не стало. Да. Не может, Подругин зажал. Роман очень хорошо разыгрывает этот момент. Да. Вот этот перевод, единственный успешный перевод в этом поединке для него пока, но разыгрывает его на 100%. Да. И Подругин забрал позицию. Нет. Очень-очень важный момент для Константина Симонова. А больше минуты до конца боя. Если попытка сейчас Подругин заберет удушающий, то все может закончиться здесь. Издача! Друзья, не дотерпел Константин Симонов. Это брат мой, понял? Что за бой? Где бонус? Давай, попроси сейчас. А бонус-то где? Вот. Турнир не закончился, бонус дали. Бонус вот должен вот быть. Это удушка лучше была. Сзади удушка. Дамы и господа, рефери остановил бой на 3-й минуте 59-й секунде 3-го раунда. Победу удушающим приемом одержал и получил свой бонус Роман Подругин!